Ага. Вроде все. Ну что, сыграли неплохо, конечно. С сырой командой, считай. Ну да. Так, короче, команды подсказывай, что куда. Я сыграю. Сейчас посмотрим, что ли, откуда летим. Да блять тут. Ну как мясо, я не знаю. Ну предлагаю ближе к Джерпу туда, куда-нибудь прыгнуть. Так, Джерпу. А там посмотрим, куда доберемся. Там пошалут охуительный. Давай, давай. Я там один раз забегал, нормально затарился. Желательно там где-нибудь машину найти и туда уехать, туда где. Дальше. Ну ты подсказывай, я просто. Мало играет, даже не знаю, где тут что. То есть дома какие, где-то прыгал пару раз уже, какие-то места знаю. Горки знаю, еще что-то. А тут вот в эту сторону я, по-моему, ни разу не прыгал. И даже не ездил, по-моему, ни разу. Сейчас смотрим туда, в ту степь пойдем, попытаемся, да, если еще зона там будет, вообще замечательно. Короче, в здании как можно дальше или что, ну, как какая. Вон, видишь, где ангары? Вон. Чуть дальше. Ну, между горой, да, получается? Сейчас мы в эти... Ну, сейчас мы в здание в эти полетим, да, для начала. А потом дальше туда пробежим, вперед. Так, я просто вижу тебя, ты где-то тут рядом с дорогой, да, то есть мы, получается, дальше пешком побежим, да? Да-да-да, ну, смотря как зона будет, конечно. Если очень далеко зона, уже не побежим. Понятно. Так, что, в домике... А, ну, ты дальше приземлился. Я сейчас в домик быстренько зайду, посмотрю. Никто там нету, сзади меня-то. Ну, вроде не было, никто не приземлялся, по-моему, один. Ну, это замечательно. Так, жилет второго уровня сразу. Гранатка. Неплохо. Я тебя догоню, ищи, короче. Так, машины нету тут. Так, бегу к тебе. Может... Может к тебе. Бля, что-то меня тупит. Бля. Меня тоже потупливает, типа залезть в дом нельзя, да, так лагает. Ну что-то у меня хопом переместился куда-то резко. У меня так же, да, дедлаги все, лаги. Бля, у меня вообще дом пустой. Куда мне идти-то, в какой домик, допустим, параллельно справа посмотреть, у меня вон лаги. Бля, нихера себе, что-то лаги вообще жесткие. Давай направо пойду к тебе домой. Ты тут тогда. Да. Да, тут очень пусто. Я туда добегу? Или куда лучше-то, блин, я не пойму. Или туда, в ангары? Да сейчас в ангар уже топай, я сейчас догоню. В ангар, да. Дом с... Нет, далеко. Я сейчас тут последний гараж отлаблутаю. Хотя бы пушку какую-нибудь возьму. О, дробовичок. Все, я бегу за тобой. Так, зона, кстати, вроде более-менее, ну, то есть успеем... Нормально, нормально, там успеем залутаться. Тогда с дальних качать надо, никого, да? Не будет. Ну, блин, тут везде лут хороший. Я имею в виду, чтобы плохой. Успеть, когда зона будет двигаться, тут еще вот эти здания. Ну, здание, лучше тогда за ними-то залутаться пока. Если что, зона будет, там не залутаться. Восьмикратный прицел. Тут нормально лут. Восьмикратка, это вообще охерительно. Я вообще это собирал ее. Нет, я ее на скоро вешал. И на М4 вешается она. У меня вот здесь жилет, смотри, где я стою. Увидишь меня вот здесь вот прям второго уровня тоже. Наверху. Да тут сейчас, мне кажется, найдем. Ну если вдруг. Блин, я упал. Ой, я прицел вижу. Какой-то. Четырехкратный, отлично. О, второй шлем, видишь, тут сразу, блядь. А, ну вот я шлем хотел подобрать, короче, и упал. Так, я понял, тут, короче, наверху все. Блядь. Нет, тут в гаражах внизу есть тоже. Они открыты. Я просто смотрел, чувачок тут бежит, который бегал тут. Я думал только... На этом, типа.
тут все вроде. Что-то еще без оружия хожу, блин, до сих пор. У меня пистолет один. У меня дробаш. О, второй зато броник. Броник нашел второй. Блин, не упал. Рюкзак второго уровня, нормально. Бля, где все пушки-то тут? Папки только, блядь, нахер не так. Вот надо эти ангары сейчас все облутать. У них тоже добра может нормально быть. Чё, ангар пустой? Или кто-то, или тут уже был? Да не должен быть. Еще пустой. Не, могут быть. В одном только был или в двух уже? В двух. Что-то, блядь, оружие до сих пор не нашел никакого. Такая же херня. Сраную какую-нибудь калаш М-ку, что ли? Тут наверху может что быть, чтобы стрельба. Где? Вот я забрался наверх. Да я думаю, что вряд ли. Блять, гранаты какие-то. Все не то, блядь. О, наконец-таки. Калаш хоть нашел. Ладно, тайна, тайна сверху, я пошел. А там сверху ничего нет. Внутри. Пустые все. Ох, так, дробовик. Ладно, пойдем в терте. Сейчас слева или, а, или какие у нас? Ну вот эти не облутаны вроде были. Так не густо в этот раз. Ничего не вижу так-то. Что, в дома можешь сбегать вон те? О, М16 вверху, оказывается, видишь. Так, тогда надо там тоже проверить.
Не, М16, что тут? Бинт. Все. Ну, в те дома можно сгонять. В зоне они. Ща-ща-ща. Тут мы, наверное, не выберемся к мосту. Кто-то едет, погоди, машину слышу. А, вон она, вон она. Где мы приземлились, слышишь? Остановился. Угу. Сюда поеду. Не, пока нет, там, там все залутано. Ну, по-любому, да. У меня... Я лежу, короче, у меня восьмикратник, я их так вижу, если что. Сколько там человек, сейчас посмотрю. У меня четырехкратник. Я тоже, кстати, вижу. Так, что делать? Но у меня М-ка, ой, это калаш, блядь, я хуй знаю, как он будет стрелять на такое расстояние. Там, кстати, тоже баги стоит. У нас? Там, около тех домов. Они на байке приехали или на чем? Не-не-не, на машине. Ну, там баги вроде еще стоит. Давай, к тебе поближе подойду. Наверху вижу на крыше движение одного. Вниз спускаться пошел, вон по лестнице бежит, бежит. Вижу, около дома бегает. Около дома тоже, значит, двое их получается. Да. Он встал, кстати, тебе. Ну. Да не надо, не знаю. С 8 микро. Встретить, если. Ну да, с таких сэмки, я хрен знаю. Ну что, может, переместимся в дома? Вон еще, кстати, они... Это они уехали, что ли? Они уехали. Машина уехала какая-то. Наверное, они кончается. Больше их не вижу. Че, успеваем бежать? 3 минуты, да. Если по мосту, то быстренько в домике. Там еще зона не сюда пойдет, она еще долго. Ну, я имею в виду, вон, смотри. То есть тут это следующая зона. Ну, следующая, я имею в виду, сейчас 3 минуты. Да-да-да, сейчас давай. Надо сужаться. Чтобы успеть тут что-то найти. Так, бензин. И ни хрена. Иду дальше. Тут вообще ни хрена. Полицейский жилет. Я вообще в эти домики пошел уже. Вот тут, блин, ни хрена нет. Иди, да, ищи пока, потому что тут вообще жопа. Две минуты. Пистолеты. Ни хрена нету. Так, я вот двигаюсь туда вот. В дом. Сейчас покажу примерно куда. Так, нашел скар себе. Это мне под четырехкратник. Трехкратник через СМИ с этого снять. Снял. Нажимаешь. Все, снял. Блин, тут кто-то был, что ли, или нет?
Смотри, зона. Зона пойдет. Бегу. Ты в башню этой был? Какой-то... Нет, ты там далеко уже ушел, по-моему. Там я не был. Не, во-во, башня-ка, я бегу в зону. Там домик, в домике был. Башни вроде нет. Хера нет. Да зона, да это будет долго идти до нас. А, тут узкая, с этой стороны. А, типа там быстрее. Где? Я понял. Угу. Ясно, понятно. Тоже надо обращать на это внимание. Походу тут все были. Все открыто. Да, тут уже народ побывал. Вчера ты убежал. А тут домов нет больше. Приходится. Я думал, здесь никого нет. Тут тоже, получается, собрали. А как экран подвинуть, раздвинуть? В настройках-то есть это? Я хрен знает, что за экран подвинуть? Ну, у меня экран не помещается, точнее, ну да, не видно некоторых слов, или это всегда так? Я на английский перевел просто. И нормально стало, да? Ну, там на русском даже меню нету. Это меню понятно. Так, я, в общем, туда буду палить. О, мы опять в зоне. Почти. Стреляет на бугорочку туда впереди. Ну, сейчас чуть погромче сделаю. Можем, в принципе, туда пойти куда-нибудь на бугорок. А, ну пойдем, мы же уже в зону пошли. На минуту передвинулась. Секунд, зона. В зоне пока. Не
Движения вроде нет. Надо хоть к дереву как-то, мне кажется. Я пойду тылы посмотрю. Ну, вроде никого. С этой стороны не бежит. Что там? Тишина. Я вот домик смотрю. Какой-нибудь снайпер тут сидит, не сидит. Надо к зоне по-тихому, давай. Ты поближе ко мне хоть припирусь чуть-чуть. Нам тоже очень близко тоже не надо. Так-то я рядом. У тебя будет развязка, я чую. Вижу около дерева движение. 15, да, к самолету побежал. Стрелять или не пасти? Самолетик короче остался. Я думаю, пока не надо, не? Блин, нам все равно туда идти надо. Может, обойдем чуть-чуть пока стороной? Они еще побегут тоже. А таблетками сейчас закидаться будут. Вернее, уже закидываться. Все, побежали. Придется воевать. Я понял, побегу. Беги. Зона очень сильно сейчас бить будет. Да, мне почти полжизни плохо. Нет пакетика, ничего там, подлечиться бинты. И, кстати, по-моему, бинты были. А, да, у меня бинты. Бинты, что, у тебя нет бинтов? Есть.
по сторонам смотрим. Все, теперь видите, смотрим, тут-то по-любому кто-то есть. Сзади, кстати, нас могут еще эти товарищи бежать. В самолете, да. Сейчас я подлечусь еще разочек. Ну, вроде я не вижу. Стрельба в районе 150. Предлагаю вниз спуститься. Нет, наоборот, вверх подниматься надо, наверное. Пойдем по узкому кругу, надо идти. Как гранаты кидать? Переключиться, по-моему, я вот не помню, как тут на них переключиться. Бля, не, на Y не переключается, максимум на пистолет. Там или держать надо на треугольник, ой, на Y. Ты смотри внимательней. В траву. Все, придется маленько двигаться нам. Сейчас, погоди, начнется зона, пойдет, мы тут успеем дойти. Потому что могут какие-нибудь лежачие пойти тоже вместе с нами. Все, 5 секунд. 15 человек, ебать, пиздец маленький. Там дом, они в домах. Ну что, все 15, явно тут с нашей стороны тоже кто-то есть. Кто стрелял? Не ты стрелял? Да не. Вот вижу. Не. Где? Женя, где? Слева по меня. Убил, но он в схваде был. Еще одну у меня. А, ты убил его, да? Где? Тут за деревом прям. Вижу. Хорош. Убил? Да. Зарядка. Ну не патрончик там пиздец. Все. У него снайперка ебать была. Так, это где-то рядом. Надо в узкий круг опять идти. Ну ладно, давай пойдем по прямой уже. Сейчас. Через 30 секунд уже будет. Давайте убивают! Сзади. Вот он, видишь его? Убивает меня. Вали его, вали быстрее! Все. Он около меня лутается. Вали его, он лежит. Траве. Может, четвером. Хорош. Блин, я его хотел убить, у меня патрон. У меня почему-то нет это. Видишь, я гранату поближе, потому что был. О, зону проебал. Пиздец тебе. Блять, беги ты. Вставай, беги. Оружие убирай. У меня оружие. И падай сразу в зоне. Все в зоне. Рушишь, я оружие нет. Да я не помню, почему патроны-то. Я же брал патроны-то. Что за бред? 7 патронов заебись. Ну давай, 7 человек. Это 6 человек, у тебя 7. Да легко, на изи. Уже 4 человека. Надо, если что. Он кидает где-то вам, наверное. Она далеко долетит-то? Да, ну Сережа нормально кидает. Как брать вот высоко? А как ее взять? А вот хе. Там будет это отметено же. Мне кажется, они где-нибудь там лежат. Рядом уже. 4 человека, став 2 склада.
меня патроны есть. Ты куда стреляешь-то? Я думаю, я гранату 4 патрона кидаю. У тебя уже осталось. Я понял, я думаю, гранату кидаю. И как экран включить-то? Я не знаю. Блядь, сука, все-таки сзади к нам зашли, блядь. Блядь, как гранату включить? Я тоже не знал. Я-то как-то один раз кидал. 12 секунд, смотри, ты не в зоне лежишь. Вон, вижу одного. Как мигранта включить? Вот и четвертый. Здравствуйте. Здорово. Здорово. Как гранату включить? Я же все оружие выкинул. У вас место есть? Он бежит, 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 бежит. Ломом херачу. Вот они двое, я их вижу. Это в складе получается? Я их не смогу убить. Это да, гранаты. Да, да. Как да. Гранату включить? Блять, как гранату включить? В сторону нажми на крестовение. Право. О, спасибо. Ловите, хлопчики. Пониже. Течку вниз. Ай-яй-яй. Хруш! Попал, попал, попал. Давай, давай. Они поближе уже побегут тебе. Да все, он без оружия. Одна дымовая граната осталась. Зона через 3 секунды, в зону вползи. И сейчас зона убьет. Их убьет зона. Ну да, сейчас они успеют войти. Они не видят, зона их убивает. Видят они. Они тебя видят уже. Все, бегут тебя. Не видит, не видит меня. Сука, мотыга хера. Все, жопа сейчас тебе зайдет. Да блин, я бы их ушатал. Блин, я не пойму, почему патроны я не взял. Я поменял там оружие. Какого хрена у меня не было патрона? Ему двоих убили, что ты их патроны не взял? Да я подходил, я там чпокал, вроде все взял. Зона просто пошла, видишь? Вы готовы в меню? Да, я готов. Приглушу. Блин, я не понимаю. Я еще потом специально. Короче, вот, видишь, даже этот Саня знает, как гранату включить. Как включить? Крестовиной вправо. Ну там, в сторону какую-нибудь. Бля, что-то я не могу пригласить почему-то. А там надо этот сквад включить, по-моему. Типа. А я сквад включил. Да? Сейчас я, может, вижу. Да, ну это, конечно, жопа. Сейчас, погоди, я выйду. У меня был восьмикратник, у меня был... Приглашу. Кар, или чё? У тебя кар был, ё-моё. Да, да я вообще не понял, почему нет оружия-то. Патроны. Пощёлкал быстро. Думаю, хотя бы у меня есть, у меня всё даже. Потому что ты слаб. Понял ты, Киришка. Ну, блин. Это пойдёт в Ютуб завтра. Кстати, с Ютуба тогда я... Я не знаю, вы зайдите в команду, используйте. Нет, слабак, ты... Слышь? Сойди в команду нашу и нажми включить. Еще раз перезагружу. А как? Команду обычную голосовую. Так. А мне в какую команду? Голосовая команда. Почему? Сейчас я приглашу. А, джойстик? Ну джойстик меня пригласил, я тут уже. Сейчас я это вообще выдам. Блин. Здравствуйте. Вот, я имею в виду в команду голосовую, сейчас я твич сейчас остановлю и заново запущу. Не надо, пожалуйста, не надо. Я много буду переживать, нервничать, не знаю, что говорить.
Это же будет в прямом эфире. Ты же в прямом эфире сегодня красиво поддерживал меня. Слушай, а чего? Нажал твой голос. Ну ты уже здесь. Ты же здесь уже. Видишь? Вы меня видите? Старт нажмите, да. Сейчас я запущу. Да вроде никто не нажал, ё-моё. Ну а